Лена Книпер, композитор у нас в гостях. Идея организации группы «Тату» принадлежит именно ей. Лена, скажите, вот вы смотрели сегодня у нас из студии за всем происходящим. Что думаете? Андрей, вы все перепутали. Меня зовут Елена Кипер, композитор, автор слов. Вот это Сергей Галоян, вот это композитор. И мы вдвоем с Сергеем принесли мировую славу Тату. Мы написали с ним песню «Я сошла с ума». После этого Тату не надо было появляться ни на одном конкурсе. Они победили уже везде. Евровидение – не форматный конкурс для Тату, а не Тату – не формат Евровидения. Продюсерский – это неправильно. Девчонки старались очень. Я видела, как они переживали. Это с их стороны это патриотизм, но продюсер не прав. В чем он не прав? В том, что привез их на Евровидение? Конечно. Он не прав в том, что он... ну, вы понимаете, здесь как бы дуализм, опять же. ОРТ, канал, который послал Тату завоевать первое место, конечно, поступал патриотически для России, да? А продюсер не прав, что он отправил такую прекрасную группу, такой красиво созданный коллектив в этот неформатный конкурс. Тату должны участвовать в конкурсе Snow Dapt, Pink и Eminem. Понимаете? Ну, как человек, который с ними работал, и знаете, они пели в полную силу. Вот многие, даже папа здесь ушел расстроенный, потому что он сказал, что могли петь лучше. Я 2 года проработала с Тату. Я знаю девочек очень хорошо, как они могут, что они могут, но они действительно на самом деле очень нервничали, потому что они интуитивно почувствовали, что это не их платформа. Им нечем было зарядиться на этом конкурсе. Все остальные были эстрадные исполнители, абсолютно как бы одинаковые, абсолютно одинаковые. И Тату не чувствовала поддержки. Может быть, лучше действительно было отправить в фабрику? Корни. Группу «Корни» я за. Ну что, в следующий раз вы готовы поехать? Понятно, мы за вас надеемся. Ну что, акулы-пера и известные тележурналисты тоже у нас здесь в студии тянут руки. Сейчас я к ним подойду.